Ради мечты Сэм преодолел 5000 километров. Вот уже 10 лет он не живет в родном сирийском городе Хама, а лечит людей в Барнауле. Сэм всю жизнь хотел стать врачом, но в Сирии всего 2 медицинских вуза, и поступить туда крайне сложно. Здесь по обмену в медицинском он выучился на уролога, а сейчас проходит ординатуру, чтобы стать хирургом. У нас считается врач – это между Бог и человек. Все с уважением, ну, это интеллигентная специальность. Если спросит каждый ребенок у нас в арабских странах, кем будешь, он говорит сразу врач. Ну, это для всех мечта. После ординатуры прямиком на работу. Каждый день Сэм ездит в Новоалтайск. В первой поликлинике он работает урологом. Здесь его знает каждый второй пациент. Всегда интересуются, как дела. Спрашивают, как привыкал к сибирским морозам. Говорит, ради невероятных алтайских пейзажей готов всю зиму укутываться в теплую одежду. Я ездил далеко в Горный Алтай, до границы Монголии. Поднялся на горы, на Белуха, Кошагаш. То есть это интересно, потому что не похож на наш климат. А что есть в город, это можно хоть и где посмотреть. Поэтому каждое лето Сэм встречает в горах, регулярно участвует в международном форуме «Алтай. Точки роста». На одной из площадок он рассказывает о межнациональном взаимодействии. А знание 4 языков ему пригодилось в международной летней детской деревне Алтай. Там он уже 5 лет работает вожатым. Говорит, алтайская природа, общение с талантливыми детьми и любимое дело не оставили у него сомнений в том, что Алтай поистине его главное место силы. Сейчас я уже боюсь туда ехать, потому что я уже чувствую, что здесь мой дом. Анастасия Борисова, Антон Червяков. Новости.